Хороший вопрос. Я в ловушке, слишком хочу секса и девушку рядом. Моя напористость и резкость порой пугает их. Неосознанно веду себя как нуждающийся. Не получается быть независимым, когда не было секса с мая. Очень хорошо. Значит, ну, смотрите, друзья, вот если у вас такое есть, да, это нормально. Ну, первое, что радуйтесь, что у вас все хорошо с потенцией и все остальное, что вам действительно нужен секс, это прекрасно, это замечательно. Напористость и резкость э, пугает, да, действительно. Напористость и резкость пугает женщин. Поэтому, знаете, у меня вот когда меня конкретно бомбила от сперматоксикоза, да, э, значит, и напористости и резкости, у меня было такое правило, перед тем, как я еду на свиданку, подрачи. Просто. Ну, чтобы вот не было сил, да. У меня с этим действительно тоже такая же проблема была. да, Потому что... Э, э, очень-очень хочется, да, а это мешает во время соблазнения. Потому что вот она такая пришла, красивая, классная, с классной задницей на свидание. И я вот прям сразу вдул бы ей тут же, да. И у меня мысли об этом сразу. А с ней надо общаться, она не готова. Она не готова, она еще не влюблена в меня, она еще не доверяет мне, да. Она не готова сразу, чтобы я ей вдул, а хочется. Я думаю, в большей части моей аудитории такие же бывают проблемы. Отличный метод работает перед свиданкой подрачи. Если, теперь следующая, следующая рекомендация от Лесли. Если не сработал, то есть ты подращил, пришел на свиданку. Сидишь и чувствуешь, блядь, вдуть бы ей сейчас, она еще не влюблена, она еще не готова и так далее. И ты понимаешь, что сейчас, ну, просто вот спугнешь ее. Ты говоришь, подожди, подожди, она девственница. Докладывают Здесь хорошо, все нормально. Сава, ты меня слышишь? Раз, разрулим. Значит, если она <связано> не готова, а, значит, не работает ничего, то в этой ситуации прямо вот говорю: подожди, сейчас секунду вернусь, отошел в туалет, быстренько подрочил, вернулся, уже расслабленный, на релаксе такой. Сидишь, О -о -о -о, детка. И дальше там начинаешь продолжать свои фишки заряжать.